Своим правом голоса воспользовались также вынужденные переселенцы, покинувшие родные места в результате армянской агрессии. Так жители города Шуши проголосовали на 77-м участке избирательного округа номер 124. Выборы прошли нормально. Каждый смог свободно проголосовать за своего кандидата. Мы уверены, что наш народ выберет достойных депутатов. Наши выборы прошли открыто и демократично. Хочу отметить, что за ходом старта выборов на нашем участке следили наблюдатели ОБСЕ. Избирательный участок номер 77 находится в здании средней школы номер 1 Шушинского района, расположенной в бакинском поселке Ене-Асамал. Здесь работают жители Шуши, 28 лет назад в результате армянской агрессии вынужденно покинувшие родной город и нашедшие убежище в Баку. Сама я из Шуши. Мне было 4 года, когда оккупировали Шушу, и мы покинули город и переехали в Баку, где и живем по сей день. В данный момент я работаю в шушинской школе. Очень скучаю по родным местам. Я верю, что мы обязательно вернемся в родную Шушу, где я продолжу свою трудовую деятельность в родной школе. Что же касается парламентских выборов, я верю, что на следующих выборах мы будем голосовать уже в родном городе Шуше. Радует то, что в этих выборах приняло участие много молодых людей. Сам я родился и вырос в Шуше, и верю, что скоро наши земли будут освобождены от армянской оккупации. Напомним, что избирательные участки по всей стране завершили свою работу в 19:00. За избирательным процессом следили как местные, так и международные наблюдатели. Эсмира Алиева, Гюльнара Джавадова, Нами Гасанлы, CBC.